Париж, 1792. Городу угрожают австрийцы. Вы поздно. Избегал патрулей. Дантон произнес речь. Нам нужно срочно вернуться в Австрию. Вам придется задержаться, предатель. Жорж Дантон, революционный лидер на грани краха. Дантон и Робеспьер – отцы французской революции. Их планам угрожает австрийская армия, отправившая шпионов в Париж. Мы знали, что кто-то руководит их действиями. Этот человек поставляет австрийцам данные об обороне Парижа. Еще неделя, и король вернется на трон. Только через мой труп. Дантон, возглавивший оборону, в опасности. Защитите Дантона и устраните главу шпионов. Вы вовремя! Задержите их, пока я ищу выход. Отсюда что? Нет выхода? Перехватите шпионов до того, как эти сведения покинут Париж. Отлично. Все хорошо, берем бумаги. Спасибо. Thank you.
хочу спасти. Черт! Откуда?
отправитель бумаг, граф де Гамбе. Нужно пробраться к нему в дом и убить его и его приспешников. Bienvenue ici.
Я порежу тебе рожу, только на пользу пойдет. Что, тренировал копейщик? Это же не флагшток. Больше придурок. Моего досталось. Слышала?
Так, это все. Уходите. Тайны Парижа не попали к австрийцам. Отлично. The revolution will be live.